Я купил куклу. О, ну хоть уже все, да. Хорошо, хочу посмотреть Вичи Фэм. Намного важнее, чем любимая рядом. Ну, давай показывай, конечно. Всем общий ганг. Пацаны, дайте общий ИУ для Гришани. Дайте общий ИУ в часике. Да, вот такой этот будет. Вот, и, короче, ее. Там будет грузик, и ты вот так достаешь, и можешь... Ну, хороший А я могу... У нас как раз биде-шланг течет. Я буду срать и идти вот так попу мыть на кухне в раковине. На кухне, ма. Да! Прикинь, чё? Хочешь угар? Хочешь угар? Короче, никнейм в ТикТоке можно раз в 30 дней менять. Угу. Я у него выкупил ник за 500 рублей. Угу. Он говорит, все, бро, мне пришло, меняй ник там на счет ты. Раз, два, три отписал, я смотрю, он поменял ник. Я начинаю менять ник, и неправильно его написал. А давай, знаешь, как я сделаю на твоем канале, Ром? У меня есть идея классная. Давай возьму две миски, фрики и хз, ева, я буду гречку сыпать туда. Что? За донаты? Да. Неразборчиво как-то. Неплохо разом сыграла. У вас респа. Минус 9. Yes. Какой ужас, блядь. Вот и потом. Но имя реально очень классное. Вот и потом хотите детей. Чисто у Парадевича Петровича, а у нас А что это зачем? Что это за стример? Не, ну не Хесус, а перед. Хесус. Ой. Не можешь пополнить баланс Стиме. Пушка, такая неловкая хуйня была. Идет девушка без бюстгальтера, ага. У нее просвечивается. Я типа смотрю на это, и потом смотрю на нее, и в лицо она на меня смотрит. О, это было очень неловко. Не знаю, девушкам похуй на самом деле. Таких как ты миллион. Ну не миллион. Суета. Десятки. Суета. Но если бы видели миллион, то миллион утюг. Было. А, это вот пылесос, нахуй! Слышишь ты, заткнись! Замолчи! Замолчи! Ой, бля, вот такую хуйню хотел. О, ебать. А, не хотел такую. Да, ты пёс. Был случай, меня отец привел маленьким на речку. Встал на камень, на огромный, так стоит, иди сюда. Он на камне стоит, ему по пояс вода. Он говорит, здесь нет, не глубоко, иди. Я побегу, бегу, и как провалился, нахуй. Меня течение как унесло, блядь. Я чуть не утонул, меня там вытащили. После этого я долго боялся воды, пиздец. Пацан за мной плыл, блядь, и так за голову меня взял, прям за голову. У него рука большая же. И вот так поднял, как, блядь, экскаватор. Ого, жестко. Алексей. Ой, блядь, горловой! В нычке. Ты что, дурачок? Роберт младший, привет. Роу. When next Ааа, что? Хорош, Лёха! Это вообще как-то возможно? Найс! Ликс. Блять, да ёб твою мать, а! Ребят, у меня сегодня просто... Привет, ты такая милая. Привет, посиди чуть-чуть на стриме. У меня вроде перчатки Денджер, вроде нож, ну, не дешевый, и все равно не идет. Я не знаю, может, дело не, типа, не в скинах? Пару примеров, да, пару слов там могу сказать. Так, я могу чем быть полезна. Я хочу, чтобы он признался мне в любви на китайском. А, вот оно что. Да.
А что это за проза? А я чем могу помочь в этой ситуации? Китайским. Китайским? Да. Китайским? Да. А, вот оно что, я поняла. Так вы не обратились, я психотерапевт. Броды разогревали. Это смешно. Я психотерапевт. Сармандей, Сендей. Какой нахуй китайский? Он такой оре. Это смешно. Бля, что ты так поздно зовешь? Что ты так поздно говоришь? А попить? Попить? Какие литровки будешь? А Simple Dimple? Саня! Паровоз, блин. Ты Сашка! Сашка, Сашка! Сашенька! Все. Наш Сашка! Ой, блядь. Сань, ну ты чё, ёшкин кот. Я на стул подеваю. Да я его... Вылыкнешь, да нет. Я его, чтобы... Ах, да ну! Блин. Да мы его не можем! Мы вытолкнуть его не можем! А не можешь, потому что смотри, ты я слышишь? Чуть назад. Дрысь! Сюда! Бля. Не ругайтесь! Вы. Я нашел, походу. Брат, ничего нету в Беларуси. Скинул в чате ссылку. Сейчас я сейчас произведу. Нихуя! Нихуя себе! Вот на такой поправил. Да, царство небесное, брат. Брату, брат, а что, брат, его нету там. Машины нету, брат. Какой машины нету, тобой водителя нету. Брат, пуху берёшь. Да, я вижу злой толстый. Я вас взяла в руки, потому что вы падаете все время. Опа. Охренеть. Ну, блядь, чтоб точно удержать. Офигеть. Это ездуны. Я его маму брал за уши, тянул. Я кенгуру нахуй. Что? Меня стреляет бетон. Блядь. Блядь, какая тупица, Зая, я тебя люблю за это. Ты можешь, я сука? Тупица. Ты можешь не перебивать, не заставляй орать, нахуй, во мне веном есть, нахуй, сейчас вылезет, блядь. Слушай, я лишаю меня. Вылез вместо венома. Бля, как ты пиздишь, я пижу про твою потницу ебаную на спине, блядь, вся спина в прыщах, потому что у тебя потница. Ой, я это где-то видел. Пиздец. Ой, мам. Пиздец. Марк, ебать, это вообще была хуйня, если честно, я нахуй. Бля, я не понимаю, я видел эту хуйню, вот клянусь, я не понимаю, почему я дернулся. Назвал, блядь, тупицей, еще, блядь, рассказал за подницу, это просто пиздец. Блядь, боже мой, блядь, меня. Авик отдал. Пошли тебе бутсану, Вадюшечка. Они моли кинули, давай. Ваня? Это Ваня! Это не я. Хорош, Вадя! Ну, как же ты его рассекретил сейчас? Конечно, как же его рассекретил? Рассекретил. Я хочу в тачке поездить. За своей. А чё за руль? О, я вспомнил. Я его слушала в шестом классе. Этот трек. Он прям жесткий трек. Посмотри! Я такого нахуй! Блядь! Откуда они, блядь? Нахуй, я! Там пизда! Блядь, откуда они? А!
Какие вы ублюдки некрасивые. Ну ладно, вы хорошие, но, бля, почему я вас боюсь? У меня все, ебать, меня всего. Меня просто кочебрыжа все, нахуй. Так много. Ебать там свиноматка, нахуй. Блядь, нахуя мы сюда приехали? Ебать, это просто мразь, нахуй. Получилось. Да, жестко. Класс. О, бля. Шел лицом к себе, блядь. Ай! Сань, возьми себе. Не надо! Ай, очень узенько! Не надо, очень узенько! Ааа! Не надо, мужики! Хватит, пожалуйста, там очень узенько. Там сейчас есть такое. Переводи деньги, сука. А вы думали, вы его жалеете? Смотрите, что за камерой делает с нами. Кто-то любит черепашьи супы? Слышите, если человек сюда сядет, это уже будет нормально. Кого-то хлопнули. Готов? Готовы? Да! Блядь! Не залез нахуй! Да блядь! Как же сюда... Блядь! Сука, ну он меня не вмещает сюда, блядь! Еще и коленкой уебался опять! Ой, делишки. Мы тикток снимаем или что? Я кепку потерял. Давай, Лёх. Неплохой выпуск.